Ну что ж, давайте перейдем к обучению этого фокуса Ангел Зеро под названием. Так, что нам понадобится? Нам понадобится одна карта. Одна картишка. Конечно, заготовленная. Вот. Вот. Просто берем и отрываем кусочек от карты. От любой. Вот у меня, я взял пятерку трех. Вот. Отрываем кусочек. Все. Отрываем кусочек. И как на видео, вот на видео он кусочек оказывается на часах. Вот, можно так и на часы. Можно. Но у меня было в колоде. Так. Вот. Я пока кусочек отложу. Сюда положим. Что касается нашей карты. Мы нашу порванную карту ложим в колодку. В колоду. Вот. Все, и можем тусовать, как обычно. Без каких-либо фальш-тасовок. Ну и можно фальш-тасовки. Разницы никакой. Разницы никакой. Роли это не играет. Так. Теперь. Мы должны как-то зрителю навязать эту пятерку. Мы говорим. Мы как классическая. Классическая. Мы берем. Оп. Ну вот, смотрите, мы как будем определяться. Вот. Ну тут плохо видно. Сейчас. Секундочку. Вот. Ну да, плохо видно. Вот, тут наша карта. Вот. Просто когда мы вот... мы должны будем найти нашу оторванную карту, ее будет найти легко. Так как оторван кусочек у нас. Вот он. Вот. Вот. Можем найти там, пока грузится, найти и поставить под брейк. Так? Ну, я не ставлю под брейк, я беру вот просто так. И говорим зрителю, вот. Пролистываем, говорим стоп. Мы поднимаем, ложим под низ. И показываем не всю карту и не даем зрителю. А то он видит то, что оторвано. Мы берем просто вот так, чуть-чуть из колодки, вот так. Вот так вот. Сейчас. Вот, вот так. Типа, запомни эту карту. Все, он запоминает ее. И мы берем вот за них. За оторванный кусочек. И ложим эту колоду. Так. Вот. Ложим и потом говорим, сейчас оторву кусочек от карты. И якобы отрываем. Там можно там делать как-то. Вообще, как уметь, главное реалистичнее. Сыграть это надо. Как отрываете. Ну вот. Поймете потом. Кусочка, конечно же, нету. Так, вы делаете, отрывайте, все, как будто у вас кусочек. Можете дать карту зрителю. Я положу ее пока сюда. Потом покажете пустую руку. Если у вас кусочка, конечно же, нету. Вы потом берете, стираете руку. Покажете руки пустые и показываете, что там кусочек, к примеру, или в часах, или с кошельком даже будет отлично. Телефон, вот. Под крышечку положить были. Тоже отлично, тоже. Я вот делал с крышечкой, вложил в телефон. Зрители офигели. Просто вот, мозг конечно, да. Что касается то, что было на видео. Тут дураку понятно, что... А может, кто-то не понял. Ладно. Суть такова, что я использовал ниточку. Ее не видно, но это не невидимая, а нейлоновая. Нейлоновая ниточка. Так, наша нейлоновая ниточка я просто вот взял, чтобы как спецэффект так сделать, чтобы наш кусочек оказался там. Вот, мы берем наш этот кусочек и ложим. Также можно, да, также можете сделать. Такой же зритель тогда реально мозги улетят. Просто вот напросто. Вот, положим. Ну и спрячем вот так, тихонечко. Все. И, да, лучше использовать невидимую нить, а то нейлоновую под определенным углом света ее видно. Так, все, мы отрывали кусочек.
потом втираем в руку и чуть-чуть вот пальцем. Не, на этом пальце я беру вот пальцем. Сейчас. Тут на камеру плохо видно. Вот, сейчас приближу. Вот. Втираем в руку и все. Но нельзя на двухстороннем скотче. Сейчас, чтоб прям было вообще отлично. Вот. Мы когда втираем, потом как бы, когда кусочек исчезает, мы дергаем. Ну, главное, чтобы вот такой фигни не было. Чтобы вылетело две карты. Это лучше, когда почти все, вот как у меня там. Хотя бы, надо, чтобы не вылетело, а так, дернулось так, чуть-чуть. Вот. Вот так. Тогда зрителя... А, это как так? Сейчас. Вот. Это у зрителя просто в мозгу не будет укладываться. Вот, берете эту колоду, которая, к примеру, лежит там где-нибудь рядом, на столике или это. Вот. И вот просто вот так пролистываете. Но главное, надо будет не давать эту свою колоду, это он еще с невидимой ниточкой у нас. Так, как говорится, запалит. Так. Короче, все. Сейчас мы найдем наш кусочек. Он западло какой-то. А, вот он. Вот. Можете эту нитку взять, снять, когда... Да, вот. Когда вы будете давать зрителю. Даже колоду можете дать на проверку. Ну, ладно, надо брать нитку будет. Все, потом показывает, что кусочек подходит и зрители. А, как? Что? И матом ругаются. Как сами. Так. Ну, я думаю, все понятно с этим фокусом. Да, это фокус из такого там. Смотрите, Dangerous. Вот там этот есть фокус. Вот там много фокусов попробую еще выложить. Много. Теории, так что все. Спасибо за внимание. Счастливо.